Перед вами одна из главных артерий интернета – подводный оптоволоконный кабель, который прокладывается по дну океана и соединяет между собой материки и острова. А вот один из крупнейших дата-центров, который обрабатывает и хранит петабайты данных, в том числе наши фото на Google Drive. Но большинство из нас даже не задумывается об этой изнанке интернета. Все, что нас интересует – это знакомое название сети и надпись «Подключено». Сегодня разберемся, как работает самая первая отправная станция во всемирную паутину – беспроводная сеть Wi-Fi. Как ее сигнал проходит сквозь стены? Почему нам мешают сети соседей? Что такое каналы Wi-Fi и как смартфон передает данные по воздуху? Все ответы далее. Wi-Fi можно рассматривать на примере десятков устройств, начиная от холодильника, заканчивая компьютерами и ноутбуками. Даже чайники сейчас умные. Но мы возьмем самую близкую для каждого пару – маршрутизатор, он же роутер, и смартфон. Итак, что такое Wi-Fi и как он работает? Если очень упростить, то это всем нам привычная сеть между компьютерами. Только давным-давно она создавалась исключительно проводами, а с 1998 года может и по воздуху. Да и одними ПК все уже давно не ограничивается. С беспроводными сетями могут работать самые разные устройства. Как я уже сказала, чайники, холодильники, кофеварки, да что угодно. Главное, чтобы они поддерживали один из стандартов связи IEEE 802.11. Вон сколько их насчитывается. По сути, это и есть Wi-Fi. Но не пугайтесь, это не буквально действующий список, а скорее история развития. Сейчас в основном используются вот эти стандарты. Впрочем, и в этом огороде недавно навели порядок, чтобы было сразу понятно, какой стандарт лучше и новее. Теперь все сводится к вот такому перечню и понятным иконкам. Чем больше цифра, тем круче. С неймингом разобрались, а теперь пристегиваемся покрепче и отправляемся глубже. Большинство домашних беспроводных сетей работают в диапазонах частот 2,4 или 5 ГГц, то есть информация в них передается радиоволнами. Они проходят препятствия, и роутер добивает с одного конца квартиры в другой, и вы можете смотреть YouTube на кухне через три стены. Все потому, что техника на 2,4 ГГц использует длину волны 12,5 см, за счет чего сигнал имеет хорошую проникающую способность. Будь частота намного выше, а длина волны исчислялась бы миллиметрами, то сигнал просто отражался бы от всех препятствий. Хотя влияние стен на сантиметровую волну, конечно, тоже есть, поэтому лучше всего размещать роутер в центре жилища. Плюс есть ограничение мощности передатчика. На отечественных просторах закон разрешает использовать не более 100 мВт для диапазона 2,4 ГГц. И, наконец, мощность принимающей стороны обычно ниже. Часто бывает, что роутер может отправить смартфону данные, а вот смартфону выгрузить что-то в сеть уже сложно или вообще невозможно, не достает. Что еще может мешать работе Wi-Fi? Другие устройства, которые используют этот же диапазон частот. Например, микроволновка или же сети, находящиеся вокруг. Дело в том, что под надписью в характеристиках 2,4 ГГц поднимается не одна определенная частота, а диапазон, который включает сразу 14 каналов. Но не все их можно использовать в конкретной стране. Например, в США доступны только первые 11, а у нас 13. Это стоит учитывать для техники из-за границы. Как-то мы делали батл роботов-пылесосов на нашем втором канале и хотели показать, как они управляются через Google Home Mini. Так вот, этот блинчик, купленный в США, никак не мог поймать наш Wi-Fi. Оказалось, роутер автоматом выбрал 12-й канал, частоту которого просто не мог увидеть наш американский друг. Выбрали вручную 10-й, и все заработало. Но вернемся к соседям. В зависимости от стандарта и настройки устройств, ширина канала может варьироваться, но в основном это 20 МГц. Получается, во всем диапазоне есть только 4 непересекающихся канала. 1, 5, 9 и 13. Есть устоявшееся мнение в Рунете, что их 3, но это мнение актуально только в Северной Америке. У нас же их 4. Каналы не пересекаются условно, потому что даже 1 и 13 создают небольшие помехи друг для друга. Но все же, если у вас выбран первый канал, а у соседа за стенкой 9, то теоретически вы можете с ним мирно сосуществовать, не просаживая скорости друг друга. Но опять же теоретически, потому что тут очень много нюансов. И если роутеры окажутся очень близко, то все равно будет вероятность забить каналы друг друга помехами. Не просто так расплодилось столько контор и отдельных профи, занимающихся планированием и расчетом Wi-Fi сетей. Вы тоже можете приобщиться к такому ремеслу. Просканировать сети вокруг специальными программами и выбрать наименее зашумленный канал, так сказать, на ПМЖ. Хотя есть вероятность, что так поступит и ваш сосед, только без сканирования, и ваши цифры совпадут.
идут, поэтому тут на выбор. Как по мне, лучше довериться роутеру. Он и без помощи в авторежиме сканирует сети и выбирает самый оптимальный номер. То же самое и с шириной канала. Большинство маршрутизаторов позволяют объединять каналы для увеличения скорости. Таким образом, из всего диапазона остается только два условно не пересекающихся канала шириной по 40 МГц. Тут опять-таки есть нюансы использования такого режима, поэтому лучше снова довериться роутеру. Если это возможно в текущих условиях, он перейдет на 40 и улучшит скорость, а если нет, останется на 20. Так, подождите, с этими 2,4 ГГц совсем забыли про сети, работающие на частоте 5 ГГц. Как с ними обстоят дела? Они встречаются чуть реже, но быстро набирают популярность. Вот даже среди смартфонов многие среднячки уже могут работать в этом режиме. У них десятки каналов, а не пересекающихся больше 20. А значит, что на удаленных номерах можно получить заметно меньше шума. Плюс пятерка может работать с каналами не только 20 и 40 МГц, но и 80 и даже 160, что дает очень высокую скорость. Сигнал передается в СВЧ-диапазоне, а длина волны меньше, чем в режиме 2,4 и составляет порядка 6 сантиметров, из-за чего разные препятствия преодолеваются хуже, но и разрешенная мощность у них выше – 200 мВт. Что лучше 2,4 ГГц или 5, сейчас разбираться не будем, это тема отдельного видео. Если интересно, дайте знать в комментариях. Так что вспомним про наш смартфон. Итак, вы увидели знакомое название сети, подключились и пытаетесь что-то отправить, например, фотографию в мессенджере. Каким образом ваш смартфон связывается по воздуху с роутером и передает картинку? После того, как процессор превратил фото в кодированные пакеты данных, нули и единицы, в дело включается крохотная Wi-Fi антенна. Вот так она выглядит в 6-м айфоне. По сути, это проводник, по которому протекает переменный ток. Когда приходит время отправки сообщения, по проводнику с невообразимой скоростью начинают носиться электроны, что создает колебания электромагнитного поля. Эти колебания порождают электромагнитную волну, распространяющуюся от антенны в пространство. То есть смартфон отправляет сообщение не одному устройству, а всем, кто услышит. Вот только оно закодировано, а, грубо говоря, ключ есть только у адресата. И вот волны, несущие нули и единицы, через стены и преграды доходят все-таки до цели – антенн роутера. Теперь все происходит наоборот. Уже электромагнитные волны, попадающие на проводник, наводят токи, а приемник в каждом колебании распознает нули и единицы. Откуда роутер знает, что сообщение пришло от вас? В сообщении также закодированы пакеты с идентификатором пользователя, и даже если таких пользователей очень много, роутер все равно различает, кто когда вещает. Вот таким образом, создавая радиоволны, смартфон с невероятной скоростью передает по частям вашу фотографию в сеть. И даже если ей нужно оказаться, скажем, на краю света в смартфоне друга в Новой Зеландии, она сделает это за мгновение. Пройдет тысячи километров оптоволокна на суше, дата-центры, подводные кабели и окажется там, где нужно. Этот выпуск мы посвящаем ко дню рождения интернета. 12 марта ему исполнилось 30 лет. Вроде еще молодой, но уже успел обрасти кучей всего интересного. И сегодня мы рассмотрели только вершину айсберга под названием «Глобальная сеть». Друзья, если было интересно, то ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал и жмите на колокол. Мы постоянно рассказываем о том, как работает техномир вокруг нас. Например, посмотрите видео о том, как работает тачскрин смартфона и о том, что находится внутри портативной колонки. Пока!